Ну а теперь специальный привет для всех жителей Молдавии от Андрея, который сейчас переведет мое стандартное приветствие. Здорово, народ, с вами Имба. Салутаре, луме, сейчас с кувой есть Имба. Шикарно. Опять-таки, с предложенных героев вами в комментариях я решил записать Crystal Maiden, да, цемочку нашу прекрасную, любимую, золотую, дорогую. А, как мы уже поняли, магия тут, в принципе, неплохо работает, но... А какой уровень сложности? Fuck! И выбираем уровень сложности. Сложная, и, в принципе, погнали. Так, нет, не туда. Опять не туда. Вот оно, вот оно. Друзья, посмотрите на свой инвентарь в Доте и подумайте, чего там не хватает. Правильно, крутых шмоток и мордовок на ваших любимых героев. Правда, не стоит денег, а тратиться на пиксели такое себе. А ну и не надо. Теперь у вас есть возможность лутать шмотки бесплатно в новом ивенте от Тестиков. Буквально каждый день можно открывать бесплатные сокровищницы с горой самых разных предметов. Как? Легко, новый ивент Апрельская Фортуна, в котором ты будешь фармить уровни, открывая сокровищницы. Пора открытий, у тебя уже есть сокровищница первого уровня, которую можно открывать каждый день. Больше открытий, больше фришных сокровищниц на каждый день. Вот у меня уже 20 уровень, и я каждый день фармлю сразу 5 сокровищниц. И неважно, новый у тебя аккаунт или старый, ты прямо сейчас можешь получить доступ к ивенту. Просто переходи по ссылке и фарми скины. А с моим промо ты при пополнении баланса получишь плюс 15% к сумме и еще одну топовую сокровищницу от тестиков. Дерзай! Что мы, в принципе, с вами будем делать? Сейчас, наверное, за максимум кристалл новую возьмем в единицу. Да даже не будем Frostbite брать. В двоечку пассивку, в троечку первый, и в принципе погнали. По предметам я думаю, что Crystallize, я думаю, можно взять. А тут, кстати, отдельно напается. Интересно. Надо будет чекнуть обязательно, апается ли отдельно Кая, либо Кая Саша. Ну, Бладстоун по-любому апается. Короче, можно будет интересно разогнать. Магическая сборка в данной кастомке. Приятного всем просмотра. Блин, ну, спектром меня прям супер удивило. Вот если бы я сразу правильно как-то собирался, мне кажется, можно было бы там такие чудеса творить. Хотя, опять-таки, нет. Она больше... именно под конец раскрывает свой какой-то весь вот этот вот потенциал. И суть в том, чтобы тебя били очень-очень сильно, и как-то нужно переживать эти атаки. Найс. Ага, весело тебе тут. Лазафар. Такс, а где крипы? А есть где-то интересно 4 стака. Ну, прекрасно. Но вроде все-таки на 15 секунд. Да, да, поначалу мы фармиться будем прям вообще замечательно. Ну, давайте возьмем Каю. Кая отдельно, кстати, к сожалению, не улучшается. О, а ты как выжил? Я думаю, можно, в принципе, еще стаки себе поделать тем временем. Так, на 40... Второй и 43. Идите сюда, парни. А можно было, кстати, сразу всех зафармить. Ну, стакнулись. Иду, иду. Бам! Ха-ха-ха, прекрасно. Замечательно так фармить. Мне очень нравится. Так, тебя надо убить бы. Тут до смерти что мы теряем? Деньги теряем до смерти? Что, что еще раз? Деньги нет, теряем до смерти? За смерть вроде да. А, да? Понял. Я просто думал, может, типа ресурсы как-то надо восполнять. Идите все сюда. Вау. Так, как вас не зацепило-то, а? А, нет. Слушайте, ну ЦМ-ка прям разгоняется хорошо. Блин, спелла сил не работает. Я думал, будет спелла сил работать на первой, но нет. Так, эти теперь выжили, господи. Ну давайте мы вас стакнем, отлично, мы вас стакнули. Теперь мне уж выжить бы, а? Я думаю, можно, наверное, даже Октарин в первую очередь себе сделать.
Сейчас мы еще. Не спорю. Ой, так вас вообще можно шикарно стакать. Давайте хоть какую-то отхилочку себе возьмем. И теперь бы всех так вот. Опа! Замечательно. Еще сразу появляется, да? Нет, не появляется. Почему не появились? Ладно, не страшно. Тогда давайте, где вас побольше. Да, в принципе, можно и тут. Идите сюда. Обязательно. Еще слишком рано. Вперед. Жалко, здесь нельзя посмотреть по золоту, кто как идет. Ну, ОД очень сложно начинать просто вообще. Ну да, такой сумасшедший у него разгон. Друг, а может ты отстанешь от меня? Да, нет? Ну ты уже 7 уровня, на секундочку. Я холодею. Так, акторинчик есть. Бам. Нет, я у тебя экспы набрал, потому что не может быть. Я очень мало нафармил. Я нафармил 3000 голды всего лишь. Так, ты у нас вор-аферист получается? Получается. Тебе рядом вору экспы. Так, давайте, наверное, Bloodstone сделаем. Ох, какая музыка замечательная. Я склоняю тут, но подождут. Чуть-чуть занят. Да, надо будет, наверное, в первую очередь апать Октарин. Да ты чё живёшь-то, а? Умирай, брат. На прорыв. А, я понял, как я по опыту обгоняю, мне Мидас. Ой, я совсем про него забыл. Иду, иду. Да, Мидасик прям сильно дает. Вспомните, как я на спектре перегонял вас. Ну, по экспе дам, там дает. Так, появились первые нейтралки. Ой, сложно будет. Хотя нейтралки, если выбейте меня. И их я, наверное, не шотну. Да, их я не шотаю. Слушай, ну если они меня сейчас не свяжут, вот так вот, сразу, то я, может, даже немного попробую подфармить. Не вяжи, не вяжи. О, пацаны, а красота. Я тут нейтралок немного повыбивал. Владик, я с тобой поделился как-то в прошлой игре. Что, джельку на тебя повесить? Ну, конечно. Ну, приходи. А, ну, это в принципе, просто забирай. А ты сдалека можешь, я сдалека ее везу. Ну вот, я сейчас попытался на тебя повесить, что-то не получилось. У тебя без КД, что ли? Там? А, 35 секунд. Так, наверное, давай все-таки Мидас возьмем. И причем сразу же его и апнем. На 10 теперь появляется. Как-то странно. Как это работает? Ой, не того. Спизнутый айтем. Я не готова. Там крипы что-то вроде к нам немного подходят. Еще слишком рано. Не, нормально. Ой, тихо, тихо. Так, что мне еще понравится? Вейл нужен, не нужен. Хотя нет, Вейл мне, наверное, нужен будет.
Или магические криты прям супер дорогие. Какой-то вампиризм нужен, но хочется магический вампиризм, а у меня первый не дает. Обидно. Дровка, помочь? Я еще и бегаю так нормально. Я, если что, тебя не прогонял. Фарми, пожалуйста. А нет, все нормально. Не спорю. Слушайте, ну, я рискну. Давай. В бой. Сейчас мне вот этот бы пережить. Ага. Убирает он там? А, чуть-чуть не хватило, прикиньте. Убил. Найс. Фух. Только не умереть бы теперь. Так, а ключик? А, вот ключик. Может, какой-нибудь ГОСТ взять и попробовать на вот эту локацию выйти? Боже, если это сейчас сработает, это будет вообще шикарно. Где тут больше всех крипов? Наверное, вот здесь, да? Ладушки. Сейчас мы еще отсюда призовем. Да, они вообще не агрятся на меня. Ну и урона я так себе наношу. Я макрити нужно. Да, 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 да. Определенно. И, наверное, надо все-таки апать этот. Октарин. Макриты, ну давай в макриты пойдем. Так, отстань. А он поймал меня. А, ух, нифига себе, я тут выфармливаю. С макритами? Нет, просто. Так, Октарин, улучшить. Октарин, а, стоп, все, больше не могу улучшать. Че, я хочу пробовать спрятать его. Что, хочешь попробовать? Попробовать спрятать, сколько маны даст. Может, есть маны, 2000 маны. Ох, пацаны, это красота. СМ-ка прям вот, спасибо. Спасибо комментариям. За такой подгон. Блин, я даже ману боссов не урую, блин. Опять обидно. Да ладно. Согласна. Слушайте, а я еще ж под скоростью буду нормальной такой бегать. Так, тихо. Стоп. Ну, давайте попробуем. Вперед. Просто пока бежишь на босса, фармишь все. Ты еще без магических критов. 6. Вот, кстати, магические криты. Ой, брат. Отпусти. Не спорю. Такс. Так и думала. А где крипы? Ладушки. Да, тут определенно нужна будет спау-призма. Сколько там на следующий Октарин? 12 тысяч. Я проверю насчет. Не, хайлдер нельзя. Я в мурашках от холода. Следующий Октарин есть 14 тысяч.
короче, ульта, блин, брони немерено дает. Надо, наверное, блинк взять. А, тут блинка нету. У него радиус еще такой сумасшедший, я в шоке. Ну, нормально, 21 секунда. Кулдаун ульты. У меня одна надежда на УД, что у меня хотя бы магические криты будут на первый скилл работать. Если так, то... А по идее должно, если оно на дисперсию работает. Ну, я тоже так думаю. Вот я думаю, там должно нормально все работать. Так, 48. Пацаны, вы еще не забывайте, что я как бы саппорт, который вам неплохо так накидывает по мана регену. ОД. Манна регена ему нужен. Ну, дровка. Ну, хотя тут столько манна регена у вас будет на перспективу, что все это фигня. Сларка убил. Нормально. Найс. Все. Отстали дружно от меня. А, так, наверное, надо апать теперь криты. Да, возьму криты сразу. Блин, на лук не работает модификатор атаки. Обидно. Думал, все так просто будет. Угу, надеялся. Тихо. Так, где вас больше всего скопления? Наверное, вот тут, да? А, и пофиг вообще. Просто ноль урона по ЦМке. Ну вот вне ульты, да, больно. Пробивает крипчики. А, слишком большой. Вадик, сколько берешь за ману? Что еще раз? Я говорю, сколько берешь за ману? Сколько берешь за ману? Недорого, брат. Не хочешь прокачать еще пассивку? А, давай, для тебя. Спасибо. То от скорости атаки меня быстро она улетает. Ну хотя бы еще один раз, и все. Да, дома, пожалуйста, я вот сейчас замакшу ее. Чуть не убили. Убили. Ладно, давайте медаль, наверное, апнем. А, надо, короче, сварку убивать. А дай я попробую. Мне кажется, очень рано. Ну только если вот так. Там ты быстрее поубиваешь этого. Конечно. Давай я тебе помогу. Помог. Нет. Давай убивай, давай. Обидно, обидно. Больше половины. Ну тебе чуть-чуть не хватает, просто чуть-чуть. Так, ульта 17,5 секунд. Так, держи еще пассивочку.
чуки, а вот то, спасибо. А на дровах типа нельзя Мидас юзать уже, да? Или что? Ну там уровень, то ли твой должен быть, то ли уровень Мидаса, я не помню, там что-то с уровнем связано. А, да, да, я понял. От моего уровня. Да, там от твоего уровня зависит. Блин, как же ЦМ-ки скорости передвижения-то не хватает. Да, сварк просто рассыпается. А чё хрипы не спавнятся? Что-то бегаю по спотам после просто. Нужна еще пассивка? Да нет, достаточно вроде. Спасибо. Сварка будешь еще убивать? Да, сейчас пойду на него. Апну еще один раз. Террасу и сейчас пойду. А я пойду попробую Легу убить. Прикол ради. А, нет, стоп, я нейтралочки повыбиваю. О, нейтралочки. Я до сих пор на первой локе сижу, не могу выбраться. Очень сложно. Что там у нас есть? Покажу. Мне надо на что-то на скорость передвижения. Либо на КД, либо на магический урон, либо на скорость передвижения. Вот это, я думаю, очень даже подойдет на скорость передвижения. Да, найс. Ух, ё-моё, повыбивал нейтралок. Кто там хотел двойную тычку себе? Вон, бери. Будет работать. Нет, тебе. Будет работать? Ну, по идее, да. Не спорю. Попробуем. Мне кажется, нет. Не. Не работает? Сейчас еще раз пробуем. Не, вообще никак. Убил сварка? Ага. Ладушки. Да, я одного возьму. И пойду не. Дальше. А какого левела крипы тут? 20-го, ё. А стоп, мне ж, блин, нектарин нужен был. Сколько? 153 еще. Ладно, пойду там повыбиваем. Тут вроде тоже неплохо так падает. Опа, а где крипы? А где крипы? Так вот то же самое, они как-то умерли все один минут и все. А, может они тут не появляются, пока тут никого нету, чтоб не лагало? Maybe. Но это я звучит пошел, логично. Быстрее. Там босс идет, ладно, я задефаю. Хотя его крипы задефали, блин. Да, его крипы задефали. Крипы умирают, если уходишь с локации, если в локации вообще никого нет. Согласна. Да это прикольно. Иду. Слушайте, ну, честно говоря, сейчас это топовый герой для фарма у меня. Я прям кайфую. Вот это курси герой для фарма, просто вообще. Очень сложно на нем фармить. Дох на второй локе. Согласна. Так, нет. Не посмотрю. Ну надо пробовать этого убивать. Подругу. Встаньте. Значит, длительность. А где длительность? 10 секунд, кулдаун 15,8. Я думаю, с пауэртуризмой будет вообще по кайфу. Я смотрю, вот таланты не апнуты, они так же, как и в обычной. У меня? Нет, они апнуты. Некоторые апнуты. Не все, конечно, но некоторые, которые особенно в численном значении, они апаются. Uh,
А, ну давайте, значит, попробуем. Обязательно. Конечно. Она кинула в меня дуэль. Пацаны, я Леги 30 урона на этот набил. Понятно. Сорян. My bad. Ладно, надо на сларке эти фармить. Интересно, без ульты я его убью? Хотя нафига мне убивать без ульты его, если могу с ультой. Да, ну тогда обидно, когда что крипы не спавнятся. Ты прилетаешь на зону, чтобы... Здесь спавнится. Не даст, здесь нормально все. Ушел дольше. Короче, ОД записывать не стоит, да? Не, ну может под что-нибудь, но я прям вообще не знаю, как выбраться с этих зон. Я типа не могу на вторую перейти просто, потому что, ну, его шатают. Не хватает тебе. Типа, я не знаю, что, типа, физбилд играть, ну, где-то просто, мне кажется, вот я все построю на транспире. Так, что как-то через Magic выйти. Ну, еще, эти, типа, Spell Lasting не работает на первый, и все. Я, типа, думал, хотя бы это может быть чем-то. А ты Bloodstone собрал? Да. И все равно не работает? Странно. Mm. Я молнии собрал, чтобы работало. От молнии работает? Вроде работает. Иксу поставил, подлутал бы, а то что у меня прям голову. Можешь просто маус 2 на меня нажать. Ладно. Ты тогда на третью зону пойдешь играть, ты до сих пор там. А, мне еще сларка надо немного побить. Окей. Я прибегу. Можно сларка дадут нормально. Так, работает. Иду, иду. Да, вообще стирает, ну, пацана. Обратно фарми. Ой. Быстрее. По-моему, может, получится. Не, даже под бустоном не прибиваю. Оказывается, Bloodstone нифига не улучшенный, блин. Дровка, а ты там уже убиваешь эту легионку? Не, еще не пробовал. Сейчас попробуем. Хорошо, что боссы быстро появляются, на них реально можно вот выфармить все, что надо. Иду, иду. Ну, понял, сварк уже без ульты умирает. Так, ну давайте Bloodstone под максим. Получилось? А, нет, вот сейчас такого убиваю. Ой, тут марсики уже. О, то есть, да, да нет. Тебе помочь? Нет. Мне кажется, ну, так, я уже второй раз тырю у тебя босса. Что типа того? Виноват. Не, у него дальность большая на этот, я не ожидал. Дальность большая на ульту.
не знал, что он так далеко будет кидать эту. Ой, актеринчик. Пацаны, я там где-то не травки повыбивал, можете поподнимать? Ой, где их искать теперь все? Так, а я актерин хоть убрал? Актерин убрал. Ой, это мне можно нажимать с актерином, а потом бегать с лапками. Прикольно. Так, отстаньте все от меня. Дайте замаксить Bloodstone. Нормально. А, мне же еще огоним можно. Точно, я совсем забыл про огоним. Так, 12. Да, Лего прям отваливается. И побежал. Побежал по всей карте. Ужас. Обязательно. Блин. Я не знаю, что взять. Там босс какой-то идет. Так, давай я вот так сделаю, но убивать ее не буду. Хорош. Красавчик, спасибо. А, я думаю, блин, куда мои деньги все деваются? У меня ж этот... Включен статы, чтобы получать. Сделать бы какой-нибудь квикаст, чтобы перекладывать нейтралки можно было через одну кнопку. Имба какая-то. Брат, прости, надо одна. Очень-очень виноват. Согласна. Так, я думаю, вот эта хрень мне больше не нужна. Надо тогда вейл апнуть максимально. Вейл максимальный есть. Актерин есть. А что тут у нас еще такое интересное? Кая Саша апается. О, Кая Саша апается. Да, мне теперь нейтралка эта не нужна. Найс. На перспективу и не будет нужна. Но дровка все равно, блин, темпы хорошие набирает. Не успеваю юзнуть. Это вся камера переносится на героя. Так неудобно. Что переносится? Камера при телепорте переносится на героя. А это да, есть такое. Так, ну мне по сути нужен только еще один крит.
Больше тут на магию я что-то особо не вижу. Здорово. Я иду. Дима, я тебе сейчас картинку включу, проорешь просто. Новая мета в этой кастомке. Не спорю. Видишь? Вижу. А теперь вот так вот. Здравствуйте. И понеслась жара по трубам. А ты что, не записываешь? Я записываю. А, понял. Просто решил. У меня, к сожалению, не хватает мана по-любому. Я не знаю, что мне собрать на ман. Брат, максимальная пассивочка. Так я знаю, поэтому я говорю, я не знаю больше, что собрать на ману. А как так получает? Такой урон. Ну вот такой урон. Сам в шоке. А, ОД, Дима, включи персонаж. Ну ладно, возможно, что-то я таким не довидовал. Значит, я вообще не знаю, что нужно сделать. Это тот герой, который не ожидал, что такой урон будет от ФМ-ки. Офигеть, смотри, что она тут делает. Жесть. Я реально в шоке. А с бесконечными крипами интересно. Ну там вообще будет весело. Как мне кажется. Так, подожди, а чё я туплю? Какой станчик? А по нему урона нет? Не, есть урон, просто он сбивает. Тебе БКБ нет какой-то. И на сульту урон большой. Половину хп еле сношу. Надо, наверное, либо еще одни криты. Да, он реально сбивает. А, у него реген сумасшедший. Все, я понял, что мне надо. Сходишь или? Шива. А, или Шива тоже можно. Так, третий. Третья Тараска нужна. То продать, то брать тайник. И третья Шива. Раз, два. Ой, а что за кристаллы жизни? Кто тут на базу напал? Остановить насилие. Я не знаю, что это такое. Я что-то сначала подумал, какая-то донатная штука, но вроде нет, донат никого нет. Ну, не знаю, на всякий случай. А, все, это типа не улучшается? Так. Быстрее! Так, ну погнали. Ну я кажется дровку бьет быстро ВК. А это кого он бьет? Какой-то вот. Хекс. Давай, дровка, мы сможем. Сложно, конечно. Кто убил? Я убил. Кто убил? Ты убил. Так, ну погнали в бесконечные. Что-то я, честно говоря, сомневаюсь, что у меня что-то получится тут. Да, очень слабо.
Нужны еще одни криты. Спектр через магию. Вот это сила. Не сейчас. Так, криты есть. Что еще можно? Две тысячи. Дает ли вообще это что-то? А, ну конечно, дает. Пора на дроу переходить. Пора на дроу? Кстати, еще миллион брони дает ульта. Ты можешь танчить. Да. Перешел. Не, в принципе, нормально. Вот, ну, сможешь задать? Да. Нет. Да и я вряд ли не дышу. Я лучше расставлю, типа. 66. Ну, а, да, конечно, дефну. Че, идти дефать? Вот ты знаешь. Да я их даже не пробью просто. Ульта УД, которая не качается. Второй скилл, который не ворует ману у крипов. Как жить? Прям с ультой ТП-шнулся. Первый вроде прикольный, но я думал, у него спелла стил будет работать в этой кастинке, но нет. Ну и плюс, никакая шмотка на раздвоение тычки не дает модификатор атаки, не работает на мне, так что нет смысла от них. Вот мне интересно, как вы закончите главного босса убить? Дровка? Да, никак. Ну хотя дровка, да, может, наш через арму бьет. Ай. Что это было, дисперсия, что ли? Да, да, дисперсия. Это было больно. Так, ну все, я до конца пробежался. А чё не агрится? Ну, вот так нормально. Да, вот так можно и пофармить. Три стака сразу. У ЭД ульта еще даже не качается, но, к слову, ее невозможно качать. А, у Спектра тоже не качалось, кстати. Интересно, получается сильнейший маг, Сэмка? Ну, один из них точно. Мне кажется, еще ДПшка может что-то делать, типа процентным уроном своим, но... У нее же нет процента, у нее нету процента. Сейчас, Стефон уже, Стефон изменили, что он дамажит просто 60 и так. Не знаю. Там не появились еще на мертвых землях нейтралки новые? Не-не-не, еще нет. Мне нужен либо Spell Prisma, либо Times Relict. Пятнул, да? Сложно, меня Марсы пробивают. Бробок уже дефа. Марсы нет. Марсы? Еп. Ладно, вот этот фул парашный, видимо. Ну, причем у меня есть еще этот макриты апнутые, Бластоун 6, Саша Кая 6. Апнутые фул мидас, ну так, чтобы хоть как-то камбэкать в этой игре. Что по-другому он просто не фармит. Так и думала. Тут, оказывается, квесты на скелетов есть. Я и не знал. Как-то мало, 20 тысяч за 10-50 крипов убить. Ну ничего. Но все равно приятно. Лишним, да, не будет. Да, понятно. Идите сюда. Я вам кое-что покажу. Да нет, бля, ты шо?
лет. Не, нормально. ЦМ-ка прям хорошо фармится. Три стака так быстро забирать. Даже сларк поменьше. Послабее забирать. Она прям супер быстро разгоняет. Причем сложность как бы не максимальная, но предмаксимальная. Стояли бы эти еще скелетики рядом как-то. Было бы вообще топчик. Ну, поближе, чтобы больше трех стаков. Так, 240 к урону от Кристал Нова, либо 1.5 секунды Фростбайт. Так, а там никого нет? 44-й мир, мне кажется, удобно. Давайте возьмем. 157, мне надо было брать все-таки правый талант. Ладно, не страшно. Нам и без него хорошо. Ой, как же я жалею, что сейчас не тот талант взял. Ой, нейтралки появились? Да, тот зашел. Где? Где он? X5-тем сейчас будет. Только чувствую, что там Исралик получше призма будет. Ну, хз, кулдауна чуть-чуть не хватает. Ну, ты можешь перекладывать в момент, он же моментально перекладывается. Ну, это да. В теории. Выбить бы еще этот спел призму. Кстати, я почти шотнул Легу. Меня просто убивают все. А ты Тараску себе собрал? Нет. Ну, у меня Мидас по там, Мидас собирать. Пока не могу. Ну, он может себе вот эту нейтралку взять. Я думаю, ну пока мне вот эта бутами прям она понравилась. Жигирана. Призма дает. Призма выплыла. О, призма. Такс. Бесконечные крипы. Ну да, помощнее. Конечно. Видишь так? Что там еще есть, ребят? Урон дамит атаки, так. От сотого имеет смысл. Может даже лучше каждую секунду кидать был первый скилл, раз уж я в него пошел. Тоже 157 тысяч урона, хотя не херня дает. Интересно, это за меня так лагает? Не, из-за дровки. Из-за дровки, наверное, да. Если она шардом, особенно у нее же разлетаются эти стрелы. Пацаны, не втыкайте крипов. Конечно, красавчики, кто там пинганул. Но в следующий раз лучше кричите. Я сейчас до конца, конечно, пробегусь. Так и думала. Тут, кстати, апнутая Тараска еще дает немного усиления способностей. Урону заклинания 96%. Но я не знаю, вместо чего бы ее взять. Блин, я сейчас думаю, нафиг не молния вот так. Где комперизм такой? Вот эти вот игры с передеваниями, конечно, туда-сюда. Шмотку. Ну, впадло немного, да? Да, но немного напрягает. Да, не знаю, бабочку кучу. Мне кажется, последнего босса я фиг убью.
но слот. Там... У него сопротивление жесткое. Дисперсия. Дисперсия фигня, я магический вампиризм, у меня хороший. Хотя, черт его знает. Но прикол в том, что чем дольше я тут фармлюсь, тем больше у меня статов, тем больше урона со скиллов. Он был 157, уже 160. 180. Ну, а так ты еще пойдешь? Да. Только надо будет придумать за кого. Кстати, друзья, пишите в комментариях, за кого поиграть еще. Кого вы считаете сильным в этой кастомке. Может, сами тестили, может, просто предполагаете. Ну, конечно, будет круче, если вы протестили и знаете точно, что она сильная. Чтоб не получилось, как с ОД. Бедолагой. Ну, да, не, меня сам шутит. А можно такой вопрос? А? Если вещь в рюкзаке, она тоже работает? Нет. Нет. Как нет, у меня Диадалус в рюкзаке, и у меня появились криты. Да ладно. Я только что купил её. Серьезно? А, ну вот сейчас проверим. 35, так, а ну-ка. Не, нифига, не работает. Вот, магические точно не работают. Либо у тебя баганулось что-то. Баганулось, значит. Но молнии тоже не работают. Да. Вот, мне показывает криты. Нет, не чего. Забаньте его за читы, да, пожалуйста. Тупо читер. Да, ребят, берите в следующий раз, кто на ЦМ-ке будет играть, берите правый талант. Я дурачок. Чем за талант? Там 1.5 секунды фростбайта, либо немного урону от этого. Первого? От крестовного. Да. Не знаю, мне показалось, что оно типа там через альт заскейлится, будет много урона. Нифига. Босс какой-то сумасшедший пошел. Я не готова. Просто без кулдауна вот там. Тяжко, потому что мана вообще не хватает. У меня 0 маны постоянно. А нифига тебе мана. 550 доп урона. Мана тебе много дает, 550 доп урона. У меня есть огонь шар, братан. А, чтоб разлетался, типа. Ну возьми скади какой-нибудь. Бладстоун собери. Ну я взял этот хекс. Бладстоун и максимальную тараску. Да хекс херня. Бладстоун сумасшедший мана реген дает. Мана реген, да. И количество маны тоже. Попробуем. 1500 зелененьких интересует кого-нибудь? Я, короче, сейчас этот квест дам и... Квест еще какие-то видеть. А, такого крипеля отходит у босса. Дровка, а ты сможешь уже башню выбить? Башню, не знаю, можно попробовать. Жалко, магия на башню не работает. Вот было бы весело. А, меня что, шотнули. Тебя шотнули чуть-чуть, да? А, ну я его убил, но меня шотнули. А, ну дисперсия там, походу, да? А, я не знаю, не показывает. Maybe дисперсия не так. Блин, как же фризит жестко.
Да, вот когда рейнджевики фармятся. Или это от моей ульты, не пойму. Нет, это уже от твоей ульты, походу. Нет, вот сейчас ульты что... нету, все равно фризит. А, ну значит из-за УД. Ну я тоже ОД, пока я не фармлю. Ты фармил? Ну да, сейчас. Все равно фризит, никто не фармит. Ты хочешь пойти попробовать? Не знаю. Я могу потанковать, у меня 1500 до этого. А, не, не могу, я пошутил. Больно. Это шутник. Так, ну ты ж помнишь, да, что если... Опа. Если мы его не сможем пробивать, будет печать беда. Ты главное его не бей, когда появится. Да, да, да. Почему не бить его? Потому что дисперсия меня убьет, скорее всего. Да. Так, что-то больно. А сейчас крипы появятся, покушаешь. Угу. Мог, кстати, так раньше сделать. Ноль дэмэджа. Там лавлер есть, если что. Так, все, автоатаку офф. Ну, попробуем. Ах, как больно. Ах, как больно. А его ты дамажишь? Нет, вообще ноль. А, нет, во-первых, не даже дамажишь, кстати. В первом дамажишь. О, друг пробивает, друг, прям. Под сильвером особенно. Без сильвера еще будет. Без сильвера нет дэмэджа. Потому что не сильверы, фан-сильверы. Да, сильвера нет, мы пробиваем его еще. Совместными усилиями сейчас пробьем. Дисперсия. Ой-ой-ой-ой-ой, друг, ты сейчас чуть меня не шотнул. Да я что-то дисперсию забыл немножко. Второй пока да, мне было кидай. Так кидаю. Я просто близко подходить к нему боюсь. Я не готова. Ну вот, половина хп ушло. Да, дровка четко его пробивает. Сильвера пробиваем, но мало. Да, вот без дисперсии хорошо он прям. Да. Найс. Ну что, друзья, вот такая вот интересная дровка для разгона, ой, дровка, цемочка для разгона, пока это топ-1 по фарму, по веселому фарму лично для меня героя. Пишите свое мнение об этом в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, если тут находитесь впервые, ну а если вы хорошо играете в эту кастомку и знаете какие-то интересные стратегии, которые хотели бы другим показать, пишите об этом опять-таки в комментариях, я его обязательно прочитаю и покажу. Но за предложение поиграть на цемке отдельное спасибо. Честно говоря, уже не найду, наверное, кто мне ее предлагал. Но в любом случае, спасибо, спасибо, спасибо. Цем. А, вот. Аниме Fresh Play. Спасибо большое за цемочку. Просто шикарная. Пишите в комментариях. Передам вам особое отдельное благодарство. Все. Здесь был, как обычно, имба. Всем пока-пока.